Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы сделаем с вами вот такую брошку хэллоуинскую тыкву. Для того, чтобы ее сделать, нам понадобится чешский бисер 10 размера оранжевый, коричневый огонек, фиолетовый, черный матовый и глянцевый, чешская рубка черная и оранжевая, японский бисер тоха 8 размера, цвет темная бронза, номер цвета 222, стразовая цепочка черная и коричневая, шелковая нить для вышивки глаз, носа и рта, жесткая канитель темно-серая и золотистая, застежка для брошей, мононить 0,2 мм, бисерная игла, фетр жесткий тонкий толщиной 1 мм, картон, искусственная кожа, трафарет, ссылку на него оставлю в описании, игла по толще бисерной, клей, ножницы, пинцет, ручка или карандаш и может пригодиться зажигалка. Для начала, чтобы перевести рисунок на фетр полностью, делаем по внутренним линиям проколы более толстой иглой. Кладем на фетр и сначала просто прокалываем до фетра. А затем, чтобы отверстия были побольше, протягиваем сквозь них иглу полностью. Теперь обводим трафарет на фетре. И по проколам ставим точки. И затем по точкам формируем рисунок. Затем вырезаем. Углы можно закруглить, чтобы при вышивке нить за них не цеплялась. Отрезок мононити вдеваем в иглу и закрепляем ее на изнанке. Делаем стежок, вытягиваем нить, оставив короткий конец. Снова делаем стежок, обматываем иглу нитью 2-3 раза и затягиваем. Можно сделать еще один такой узелок. И приступаем к вышивке. Сначала будем вышивать контуры канителью. Берем канитель и растягиваем ее до такого состояния, как показано на видео. Конец, который не получается растянуть, можно отрезать. Прикладываем канитель к контуру. Выводим иглу на лицевую сторону с одной стороны канители, у самого ее начала.
И проходим фетр с другой стороны канители, также в начале. Нить должна лечь между витками. Затем отступаем 4-5 мм вперед, также выводим угло на лицевую сторону с одной стороны канители и проходим фетр с другой стороны канители. Так пришиваем до конца. В конце отрезаем и пришиваем за самый кончик. Так вышиваю все контуры, кроме глаз, носа и рта. Пинцетом можно помогать придавать канители нужную форму. Теперь золотистой канителью вышиваем контуры пряжки.
и контуры глаз и рта. Теперь вдеваем в иглу отрезок шелковой золотистой нити, закрепляем ее на изнанке. И заполняем глаза и рот нашей тыквы стежками, как показано на видео.
Нос я также вышью чуть позже, но без канители, только ниткой. Также заполняю пряжку. И затем закрепляю на изнанке и отрезаю. Теперь в этом месте я пришью стразовую цепочку, прикладываю ее, вывожу иглу на лицевую сторону между первым и вторым стразиками с одной стороны цепочки и проходим фетр между ними же с другой стороны. Нить должна лечь между стразиками. Затем выводим между вторым и третьим стразиками с одной стороны и проходим фетр между ними же с другой стороны. Так до конца. В конце отрезаем цепочку. Теперь рядом с цепочкой справа вышиваю ряд коричневым бисером 8 размера. Вывожу иглу рядом с цепочкой сверху, немного от нее отступив. Набираем 2 бисерины 8 размера. Отступаем расстояние примерно равное 2 этим бисеринам. Проходим фетр. Выводим иглу между этими бисеринами и проходим во вторую. Снова набираем 2 бисерины 8 размера, отступаем расстояние примерно равное 2 этим бисеринам, проходим фетр, выводим иглу между этими бисеринами и проходим во вторую. И дальше у меня уже сужение, в таком же положении сюда поместится только одна бисерина, пришиваю ее. Затем я пришиваю 2 бисерины в другом положении. И в конце остается совсем маленькое место, сюда пришью бисерину 10 размера. Прохожу по всем бисеринам один раз дополнительно, чтобы они ровнее лежали. В следующей части тыковки я также слева пришиваю стразовую цепочку. А
справа 2 ряда оранжевой рубкой. Прохожу по этим рядам еще один раз, чтобы бисер ровнее лежал. Там, где рубка не помещается, но остаются места, пришиваю оранжевые бисерины. Середину вышиваю оранжевой рубкой. И две части слева вышиваю так же, как и справа. Затем на шляпке вышиваю рядом с канителью ряд стразовой цепочкой. В верхней части также. Затем рядом со стразовой цепочкой вышиваю ряд матовым черным бисером. По всем бисеринам прохожу еще раз. И теперь все оставшееся место заполняю черной рубкой, пришивая ее в хаотичном порядке. И ремешок вышиваю фиолетовым бисером. И с вышивкой закончили, теперь будем оформлять изнанку. Обрезаем лишний фетр, при этом следим и за лицевой, и за изнаночной сторонами, чтобы случайно не срезать швы или канитель. Чтобы убрать фетр максимально близко к вышивке, можно воспользоваться зажигалкой. Очень аккуратно, не задевая швы и вышивку, подпаливаем края.
Теперь обводим вышивку на фетре. Вырезаем. Выводим нить на лицевую сторону с краю перед канителью. Приклеиваем второй слой фетра. Кладем на ровную поверхность и слегка придавливаем, чтобы, если где-то есть неровности, выровнять их. Если есть лишнее, подрезаем. Затем обводим на картоне. И картонная часть у нас должна быть меньше броши на 2-3 мм. Поэтому внутри этого контура рисуем еще один, отступив 2-3 мм внутрь. И вырезаем по внутреннему контуру. Приклеиваем. Также кладем на ровную поверхность, придавливаем, чтобы брошь была ровнее. Затем обводим на коже, вырезаем. Прикладываем к изнанке, если есть лишнее, подрезаем. И делаем место для застежки. Кладем застежку на изнанку кожи. Застежка должна быть расположена чуть выше середины, чтобы при носке верх броши не падал вниз. Делаем пометки вот в этих местах. И делаем прорези между этими метками. Затем помещаем застежку в эти прорези, как показано на видео. И приклеиваем кожу с застежкой к изнанке. Теперь будем обшивать край броши. Для этого я буду в части, где тыква, использовать оранжевый бисер, а где шляпа – черный. Проходим в кожу и в два слоя фетра в том месте, где у нас сейчас выходит нить, выводя иглу перед канителью. Набираем 2 бисерины, отступаем 2-3 мм от предыдущего шва. Также проходим в кожу и в 2 слоя фетра, выводя иглу перед канителью. И снизу вверх проходим во вторую бисерину. Далее будем обшивать, набирая по одной бисерине. Набираем одну, отступаем 2-3 мм от предыдущего шва. Проходим в кожу и в 2 слоя фетра. И снизу вверх проходим в эту бисерину. Снова набираем одну, отступаем 2-3 мм от предыдущего шва, проходим в кожу и в 2 слоя фетра. И снизу вверх проходим в эту бисерину. Так обшиваем весь край. В тех местах, где край вогнут, и если добавить еще одну бисерину, то будет топорщиться. Я прохожу один раз в кожу и в 2 слоя фетра, ничего не набирая.
Затем прохожу в предыдущую бисерную снизу вверх. И дальше обшиваю, набирая бисерины. А на уголках или выгнутых местах я пришиваю по 2-3 бисерины, проходя в одно и то же место, либо очень близко к предыдущему шву. В конце соединяем первую и последнюю бисерину между собой. Для этого проходим в первую бисерину сверху вниз, затем в последнюю снизу вверх. И снова в первую сверху вниз. И закрепляем нить, проходим в следующую бисерину снизу вверх. И делаем узелок, проходим под нить между бисеринами, вытягиваем не до конца. 1-2 раза проходим в получившуюся петлю, затягиваем, но не сильно. Проходим следующую бисерину сверху вниз и тянем посильнее, чтобы узелок прошел в бисерину и его не было видно. Можно сделать еще 1-2 таких узелка в других местах. И отрезаем нить. И брошь готова. Я надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс и все было понятно. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно и остались вопросы, пишите комментарии, я вам отвечу. Всем спасибо за просмотр.